экстремальных состояний вещества, лазерная физика и вот то, что и в там принимают участие в зарубежных коллаборациях, здесь и ЧСИ, и Япония, и Китай, многие люди, которые были в Европе, сейчас переместились в Китай, и там заняли ведущие позиции, например, Дитер Хоффман, который длительное время работал в Германии, сейчас он возглавляет одной в Китае, одной из крупнейших лабораторий. Вот, и поэтому те достижения, а вот публикации, соответственно, авторитет организации, он возникает именно из-за вот таких ученых. Поэтому мне кажется, что вот в этом Фаминов, это один из таких краеугольных камней, который был заложен. Надо сказать, что Фаминов принадлежит тому поколению, который, как я говорил, он начинал учиться в университете в 67 году, спустя 6 лет закончил университет, потом спустя 3 года защитил диссертацию кандидатскую, потом спустя еще 4-5 лет защитил докторскую диссертацию. И, как вы знаете, до 90-го года, до так называемой перестройки, возможности выезда российским ученым за рубеж были, возможности были сильно ограничены, практически никто не мог ехать. Тематику своего сообщения, то есть вот исходный заголовок был такой, я решил немножко сделать чуть-чуть исторического экскурса в то, что было сделано Толей и с его участием, и с нашим участием, с участием разных многих коллективов. Ну, это данные по наблюдению спектров в вакуумной искре, в лазерном фокусе. Но были они весьма фрагментарными, потому что источники эти были не очень удобные, не давали весьма ограниченную информацию. Вот это может показаться удивительным, но в то время в мире, во всем мире было опубликовано меньше 30 научных работ по этой области. Интереса, что ли, мне просто этот прибор очень нравится, который мы в свое время сделали для исследований X-Pinch'а, который обладает, вообще говоря, очень, совершенно уникальными параметрами. То есть настолько объект там действительно получается с экстремальной плотностью вещества, далеко за плотность твердого тела при киловольтных температурах, причем в размерах микрон. Ионов, которую под руководством Анатолия Яковлевича мы создавали на протяжении почти 40 лет. В связи с тем, что интернет стал настолько широко распространен, мы от этого отказались. Вот как выглядит домашняя страница базы данных. Здесь вот в левой части, которая сейчас вот будет крупно показана, видно, что она состоит фактически из 6 сегментов. Начну с Анатолия Яковлевича. В общем, он человек, конечно, необычный, совершенно погруженный в науку, он ее страшно любил, вообще, так если сказать, любовь. Вот, свою, конечно. Вот. И все-таки еще одну вещь хотел бы чем продолжить, сразу сказать. Вот жалко нет Баса Николая Геннадьевича, потому что все-таки это он, эту мощную группу молодежи, это я был свидетель. Как он принял такое, нестандарт, я такого не слыхал, не встречал. Значит, он решил, что вот эти были получены очень хорошие результаты за очень короткое время, очень молодыми людьми.